25 тюменских школьников диагностировали внебольничную пневмонию. Самое большое число заболевших в 13-й школе. 10 человек. Был введен карантин в одном из классов. Во всей школе образовательный процесс решено не прерывать, но сегодня пришлось отменить занятия у начальных классов, чтобы сделать генеральную уборку и провести дезинфекцию. Похожая ситуация в 16-й гимназии. Там заболело пневмонией 5 детей и было принято решение о карантине. Отмечается у нас в целом по субъекту сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями. В связи с регистрацией случаев, соответственно, проведены дополнительные противоэпидемические мероприятия, которые себя включают стандартное проведение утреннего фильтра, направленных на то, чтобы выявить именно лица с признаками заболевания.